是的，伙计们，看这里，在保护往下什么都没有。关于最真正的带装高频辐射器，不及带装的，而是所谓的神秘等动力学，也就是或平面。而且它就在印象里，电脑游戏。但是真正的带装高频辐射器，不仅关于。Ну как нет? А кто вам помешает поставить их к компу? Никто не сможет этого сделать. Итак, у нас снова новый бренд Swan. Китайско-американский, американско-китайский, сам черт теперь ногу сломит, что это такое. Короче говоря, с середины 90-х существует компания Swan. Сначала они были в Канаде, потом переехали в Соединенные Штаты и делали хай-энд акустику. А в конце 90-х они вошли в альянс с китайским концерном под названием Hi-Fi. Hi-Fi, а? Какое типичное китайское название. И это мы с вами про этот самый Hi-Fi ничего не знаем. Может быть, кто-нибудь видел эту аббревиатуру где-нибудь на Алишке? Но в общем и целом, где этот Hi-Fi, что это такое? А это, между прочим, один из самых крупных китайских производителей акустических систем и вообще всякой аудиоэлектроники. Причем они специализируются на абсолютно масштабных проектах, типа там автоакустика, встройка, промышленная, ну в смысле для общественных пространств, звук и тому подобное. Но в том числе у них есть и хай-файные бренды, и хай-файные линейки. В том числе они взяли компанию Swans, американскую, и теперь под этим брендом делают свои и хай-эндные колонки, и вот такие. То есть получается, что разработана эта штука американцами в американской хай-эндной студии, мануфактуре, а производят ее китайцы со своими коварными коммерческими целями. Но если рассуждать серьезно, а может ли позволить себе американская фирма, небольшая, хай-эндная, делать мультимедийную акустику по той цене, сколько она стоит? Там, по ссылочке, как всегда, посмотрите. Ну, я вам так скажу, шансов примерно... ноль, если не минус. Не может, потому что такие колонки нужно выпускать десятки тысяч, чтобы технологические вложения вот такого вот рода оправдались. И, конечно, никакая хай-эндная мануфактура такого себе позволить не может. А вот Hi-Fi может позволить себе взять ленточный излучатель и поставить его в массовый продукт. И тут появляемся мы. Вообще колонки устроены абсолютно классическим образом. Это двухполосный полочник, наверху лента, как видите, внизу 5-дюймовый металлический излучатель. Фазоинвертор выходит на заднюю сторону, чем не портит вид передней панели. Вообще, я так понимаю, что здесь была концепция уменьшить габариты передней панели, поскольку колонки действительно могут оказаться у вас на столе. Хотя в глубину они, конечно, посерьезнее, чем... Опять забываю, как это правильно сказать. Глубже, чем она поперек себя шире. Да, и тут я, конечно, вижу их изначальное предназначение, как именно настольных мониторов. Да, ребята, выкиньте ваши мамкин Адамс, это его гармошечкой полудюймовой, а? Вот, я до сих пор не могу понять, как они сюда такую ленту умудрились запихнуть за эти деньги. Дальше, внутри тут, понятное дело, ДСП, АЦП, ЦАП, в общем, все как положено. Два усилителя по 130 Вт, при этом сама конструкция колонок классическая, то есть там есть активный, ну как активный, в смысле пассивный, наоборот, кроссовер между динамиками, а усилитель работает уже только до него. Два усилителя, соответственно, вторая колонка, она у нас пассивная, и соединяются они вот таким толстенным проводом с 4-пиновым разъемом и... позолоченный. Да, кстати, в комплекте еще есть коаксиальный провод. Смотрите, тоже довольно классный. Еще и он со специальной липучечкой высокотехнологичной. Кайф. Да, ну и, соответственно, в ведущую колонку мы включаем все ее нужные источники, а в ту включаем только вот этот самый 4-пиновый провод. Вообще, при довольно скромных габаритах весят они каждая по 5 кило. Что я вам скажу, очень солидно. Для такого размера прям сразу внушает, такие маленькие крепыши. Отделка, ясное дело, пленочкой, передняя панель, как это правильно теперь говорить, из полимерного состава с специально сделанными волноводами и несъемными защитными сеточками. Здесь нет никакого дополнительного гриля. Но это для того, чтобы вы не смели скрывать такую красоту от своих друзей и знакомых. Коммутация, в принципе, традиционная, но что меня позабавило, нет входа USB-B, который традиционно используется для подключения компьютера, там, ноутбука. Короче говоря, для звука с компа. Нет, его тут нет. Зато есть оптика коаксиал, которая используется для того, чтобы врубить сюда звук, например, с телека. Да, естественно, эти колонки можно поставить не только вокруг монитора компового на стол, но и, скорее всего, на тумбочку вокруг телевизора. Им это вполне годится.
И поставить, кстати говоря, можно понтово. Не просто на тумбочку, но еще и, как у меня, на стойке. По-нашему, по-хай-эндовому. Потому что у них даже есть специальный переключатель, режим работы, да, который, очевидно, управляет отдачей в басу. Режим работы на столе, на тумбочке, тире, на комоде, тире, на полочке. И режим работы на стойке в открытом пространстве. Да, ну и есть два аналоговых входа, один из которых, без всяких шуток, на балансных XLR-ах. Да, и вот тут я вам объясню, что делать с компьютером. Да, ребята, это колонки такого уровня, в которых встроенный ЦАП, который сгодится для телека, не годится для серьезного звука, который вы можете получить с вашего компьютера. Поэтому, как нужно поступать? Здесь сразу вам запретили компьютер сюда втыкать. Значит, ваш компьютер вы втыкаете во внешний цифровой интерфейс, аудиокарту с XLR-выходами, например, да, которую вы использовали с вашими профессиональными студийными активными мониторами. Ну, вы не использовали, я знаю, вы... Нет, конечно. Короче, и вот уже с этого самого, с этой самой звуковой картой, ну, или ЦАПа с балансными выходами, вы уже пускаете звук сюда. Вот тогда эта ленточка заиграет так, как должна заиграть. Да, ну и для работы этой штуки, как полноценной стереофонической независимой аудиосистемы, есть пульт управления. А если вы на стол действительно поставили, то тут есть, видите, вот эти вот... Три ручечки отдачи частот и громкости. Ручки реально, как у компьютерных колонок. И, честно говоря, ну, то есть, я понимаю, что, наверное, на столе это удобно. Типа, покрутил и все. Да, да. Ну, может, их как-то, не знаю, сделать их, что ли, золотыми? Ну, или хотя бы медными, как диффузор. Ну, потому что как-то вот эта штука мало сочетается у меня с точки зрения эстетики с вот магнепланарным твиттером. Ну, типа, серьезно? Ну ладно, наверное, удобно. Да, и есть еще индикация. Видите, здесь окошечко, и в нем светится лебедь. Это же лебедь, это лебедь. Ну да, свон же называются колонки. Если лебедь этот меняет цвет в зависимости от того, какой вход используется. Индикация входа так устроена. А знаете, что мне больше всего нравится в китайских лебедях? Конечно, тот факт, что его можно отключить. Как же оно играет, друзья? Я уже заикнулся, да? Хочется сплясать от противного, от студийных мониторов, которые, в общем, и принято у нас использовать в качестве настольной акустики вокруг компа, ну, потому что, а что? Ну, компактные студийные мониторы, да. Потому что может быть лучше, чем акустика для студии? Правда ведь, да? Ну, ничего же не может быть лучше. Ну, и скажу я вам, друзья, что по матчасти за эти деньги из студийного нельзя купить ровно ничего. Даже Адам, самый младший, стоит дороже. При том, что там гармошка, там вообще не ленточный твиттер, а с ленточным твиттером. Да и за 10 раз дороже поди еще найти какие-нибудь студийные мониторы. Я помню, были женелеки с ленточным твиттером у меня на одной студии. Так это во, это была трехполоска, которая там изначально миллион стоит. То есть студийные колонки будут в этом смысле, разве что по размерам такие же. Опять же, учтите, там будет только вход XLR или RCA, и еще нет, лучше там будет, скорее всего, RCA и джек. Да, монофонический в одну и в другую колонку. И никакого тебе там блютуза, цифра аналогового преобразователя внутри, соответственно, входов оптики и коаксиала. Нет, ничего, ребята. И никакой... Нет, настройка под расположение, наверное, все-таки будет. Да и то, в тех, что подороже. А пульт управления? Будет у вас в этих студийных мониторах пульт управления вот этой всей стереосистемой? Понимаете, в чем отличие подобного рода техники, даже функционально, от студийных мониторов? В том, что они сделаны для того, чтобы существовать в вашем пространстве, чтобы дать вам возможность их использовать в разных режимах, а не только как студийный монитор. А самое главное, повторюсь, в принципе звукоизвлечения. Потому что любые студийные мониторы от мала до велика сделаны для того, чтобы работать со звуком, а не получать от звука удовольствие. Да? Еще раз, ребята, внимание. Работа, удовольствие. Работа, удовольствие. Не всегда эти вещи совмещаются. Поэтому, например, конечно, эти лебедя, они играют, например, совершенно по-другому по масштабу. Что делают студийные мониторы? Вот такого вот размера. Они играют тебе в голову. Их цель — создать максимально точную картину в точке прослушивания. Ты должен так вот сидеть, внимательно это все выслушивать. Соответственно, опять же, я уже молчу там про яркость частот, про резкость, которая необходима для того, чтобы копаться в говне в фонограмме. Здесь этого ничего не нужно, потому что вы должны получить удовольствие от звука. Соответственно, эта штука играет не в нос тебе, а с масштабом, широко, тут совершенно другая диаграмма направленности. Потому что ты поставишь их к телеку, и тогда тебе нужен звук, заполняющий всю комнату, и они заполнят.
При том, что, кстати говоря, звуковое поле они создают вполне себе точное. То есть тут вопросов к пространственному разрешению тоже нет. Ну и, собственно говоря, сам характер звука, да, что на столе, что в комнате. Эти колонки всегда будут гораздо приятнее на слух, потому что и лента в целом гораздо мягче играет при всей прозрачности. Понимаете, они настроены так, чтобы красиво звучать, сочно. Они остро и пронзительно. Ну и еще раз, магнепланарные верха – это то качество звука, которое вы за эти деньги вообще не найдете, я так думаю, нигде. Потому что по прозрачности и благозвучности ничего рядом нету. Ну не то, что за эти деньги, а за деньги в 5-10 раз больше. Вообще, я думаю, что за 50 тысяч, а где-то столько они и стоят сейчас, когда я снимаю это видео. Вот это вообще, возможно, единственный способ за такие разумные деньги приобщиться к чему-то реально хай-эндному. Послушать у себя ленту, хотя бы и на столе. Да не обязательно на столе, в комнате, понимаете? За полтос. Нет, такое прекрасное начинание мы не можем обойти стороной. Наш творческий коллектив, безусловно, эту конструкцию всецело одобряет.